стали с веточки. Это елка из Фикс Прайса, самая дешевая. И вот такие они не очень-то взрачные. Хочу сделать с них, вот сейчас использовать, пустить их в дело. Я вот так беру две веточки, скручиваю, и получается у меня вот такая одна, такая большая, длинная. Вот у меня тут много таких заготовочек. Я просто-напросто, смотрите, покажу вам, как я делаю. Я беру и просто закручиваю вот так вот друг дружку. Сейчас включу пистолет. И пистолетом это хорошо закреплю. Это я сейчас приклеила, еще доклеиваю. Сверкает елка разноцветными огнями, кружится сказочный герой в коробок. Мы каждый раз готовы встречи с чудесами, тот час, когда приходит новый-новый год. Раз, два, три, елочка гори. Раз, два, три, праздник нам дари. Продолжаю декорировать. Это все делается на ваш вкус и цвет. Это у меня по типу корицы, но это просто две веточки, склеенных и завязанные шпагатом. Так, сюда мне хочется огнями кружится сказочный герой.